По какой причине маски стоят в аптеках бешеных денег? То есть, например, такая же я. Я недавно работала, меня уволили, да, я потеряла работу. Соответственно, где мне брать деньги на маски? Сделать их либо бесплатными, либо хотя бы снизить сумму до 7-8 рублей, как это было ранее. Если вводится обязательный масочный режим в общественных местах, в транспорте, также должны либо их сделать бесплатными, либо хотя бы снизить стоимость, потому что минимальная маска, которую я видела сейчас, стоит 50 рублей. 12 мая в нашей области начинает действовать масочный режим. Людей обязали носить маски в автобусах, в магазинах, в различных организациях. Губернатор даже подсказал, где можно их приобрести, что меня как воронежца очень возмутило. Ни для кого не секрет, что сейчас цена масок достигает 500 рублей и выше, а большинство людей сидит дома без работы или им задерживают зарплату. Непонятно, почему власти не могут раздать маски бесплатно, как это делается в Китае или в Турции. В этом вопросе я решил подать пример властям. И 12 мая буду раздавать воронежцам маски абсолютно бесплатно.